Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube канал Математика бесплатная. Сегодня мы решаем задание номер 6 для подготовки к ОГЭ. Вариант 29, сборник Лысенко, страница 181. Найти значение выражения. 32 умножить на 1 четвертую в кубе, минус 8 умножить на 1 шестнадцатую. Здесь лучше всего решить по действиям, чтобы все было четко и аккуратно. Сначала возводим 1 четвертую в куб. 1 четвертая в кубе, это значит 1 четвертую умножаем саму на себя 3 раза. 1 умножить на 1 на 1 будет 1. 4 на 4 на 4 получается 64. Ответ 1 64. Второе действие. Умножаем. 32 умножить на 1 64. Представим 32 как 32 первых умножить на 1 64. Сокращаем. 32 и 64. Оба числа делятся на 32. Получается 1 и 2. В итоге получаем 1 вторая или в десятичной дроби 0,5. Третье действие. Умножаем 8 на 1 16. 8 это 8 первых умножить на 1 16. Получается 8 умножить на 1 и 1 умножить на 16. 8 и 16 можно сократить. Оба числа делятся на 8. Здесь остается 1, здесь 2. Получаем 1 умножить на 1, 1 умножить на 2. Получается 1 вторая или в десятичной дроби 0,5. Четвертое действие вычитание. Результат здесь 0,5 и здесь 0,5. 0,5 минус 0,5 равно 0. И ответ 0. Вот так легко, быстро и просто решается это задание. Подписывайтесь на канал Математика бесплатно. На моем канале очень много видео, посвященных разбору ОГЭ по математике. На самые разные видео, и которые на 1 балл, и которые на 2 балла. До свидания, удачи всем и желаю вам всем сдать ОГЭ только на пятерки.